театре. Сегодня замечательное событие, наконец оно состоялось. Как долго мы к нему шли. К нам в гости в город и в наш театр приехал Кудымкарский театр. Кудымкарский драматический театр имени Горького. Надо сказать, что театр, который по соседству находится с нашим городом, впервые играет на этой сцене. Удивительно, но наконец-то это событие происходит. Вот. И я рад, что вы пришли посмотреть на наших друзей и гостей. Они приехали с большими гастролями, они привезли 4 спектакля. Сегодня спектакль «С любимыми не расставайтесь», а завтра их уникальный спектакль «Иуди-Иуди», где блистательно играет Валентина Мещанкина. Вот этот букет передайте, пожалуйста, Вале. Вале Мещанкиной. Пожалуйста, авансом. Потому что этот спектакль объехал уже много-много фестивалей, это большое удовольствие. Вот. И я надеюсь, кстати, в мае мы собираемся, наша сцена большая закроется на реконструкцию, а мы собираемся к ним на гастроли в их театр. У них замечательный, красотный театр. У них сцена чуть поменьше нашей, но это замечательный, очень красивый театр. Так что поезжайте в Кудымкар, посмотрите там театр, посмотрите, как они там играют. А сегодня я рад приветствовать наших гостей. Добрый вечер. Кудымкарский театр достаточно частый гость в городе Перемень, но так исторически сложилось, что мы чаще играем на площадке театра юного зрителя. Она нам привычна, она для нас обжита. Поэтому сегодня дополнительное волнение, мы действительно на этой площадке впервые, у нас много замечательных спектаклей, но мы выбрали те, которые более органично могут вписаться в это пространство. Конечно же, артисты волнуются, пожелаем им вдохновенного труда, а вам добрых впечатлений. Спасибо. Как председатель Союза театральных деятелей, мы рады, что наша дружба начинает развиваться. У нас будут обменные гастроли, поэтому удачи нашему театру, удачи театру Коми-Пермянскому. А это букет дарю моему коллеге Антону Пахомовичу Четину. Удачи вам, Антон. Спасибо. Добрый вечер. Самое главное, хотел бы сказать нашим любимым, дорогим артистам: ни пуха, ни пера вам!